Повреждение верхних дыхательных путей, острые головные боли, насморк и температура – такие симптомы сегодня выявляют у жителей более чем 100 стран мира. Это новый штамм коронавируса «Омикрон». Протекает он менее болезненно, чем предыдущий «Дельта». И все бы ничего, только распространяется «Омикрон» в глобальном масштабе. Один заболевший заражает 100 человек. От «Омикрона» захлебывается сейчас Америка. Его ежедневно регистрируют и в Центральной России. В Москве в связи с визитом заморского гостя уже подумывают о новом локдауне. В Москве к коронавирусу настолько привыкли, что новую волну заразного штамма особенно не выделяют. Большинство компаний уже научились работать на удаленке, и если обычно в компаниях, например, в моей гибридный график, и раз в неделю я могу приехать в офис, то сейчас этой возможности снова не будет с понедельника, и мне придется работать из дома. Нету какой-то всеобщей паники, потому что люди к этому в целом готовы, нет скопления народа в общественных местах, ну и, конечно, многие, кто не успел привиться до этого, делают прививку именно сейчас. Сегодня в СМИ сообщили, что омикрон проник и в Сибирь. 5 заболевших выявили в Красноярске. Это событие напугало далеко не всех жителей Барнаула. Я думаю, что вряд ли повторится эпидемия, которая была вот прямо в самом начале, и такой прям эпопеи уже не будет, что была в самом начале, и все будет нормально. Боимся. Я уже ревакцинировалась. Моя вакцина была «Спутник V». Два раза ставили, и сейчас спутник лайт. Поэтому я сильно не боюсь, но маску все равно. Защитили себя? Ну, постаралась, а как Бог даст, не знаю. И правильно делают, заявляют алтайские инфекционисты. Прививка – это по-прежнему главная защита. Она, конечно, не защитит, но поможет легче пережить коронавирус, в частности, омикрон. Да, есть данные о том, что процент тяжелых форм течения болезни при омикрон меньше, летальность ниже, но здесь, я думаю, уместно перейти к категории абсолютных цифр. Если количество заболевших будет в разы больше, в 3, в 4, в 5 раз больше, то нагрузка на госпитальную базу, на реанимационные койки не уменьшится, потому что пропорционально увеличится и количество тяжелых больных. В Минздраве края в случае вспышки омикрона, которую прогнозируют уже через 2 недели, готовы дополнительно развернуть в госпиталях 700 детских коек. На сегодняшний день, исходя из возможностей реанимационных служб, мы не планируем закрывать чистое отделение в 5-й городской больнице. Опять в зависимости от сценарного плана, если будет развиваться по негативному сценарию, то в определенный период времени мы примем решение о приостановке плановой медицинской помощи для того, чтобы нам привлечь этот медицинский персонал для оказания вот той необходимой помощи, как в стационарах ковидных госпиталей. Министр здравоохранения также рассказал, что с приходом в край омикрона нагрузка на первичное медицинское звено вырастет в разы. Протекает болезнь легче, поэтому большая часть населения сможет лечиться на дому. Сейчас идет усиление работы колл-центров в поликлиниках края. 360 регистраторов, операторов сегодня и определенные технические возможности по расширению данного пула работников у нас также имеется до 615, и это тот резерв, который мы дополнительно будем привлекать. Это студенты вузов, это студенты медицинских колледжей. Возрастет нагрузка на неотложную и скорую помощь. К работе планируют подключить больше 100 бригад дополнительно, пояснили в краевом Минздраве. Вырастут и объемы ПЦР-исследований. Если к тестированиям подключатся Роспотребнадзор и частные клиники, то мазки на коронавирус получится брать у 14, а то и 15 тысяч человек в сутки. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком.